Береги себя. Что здесь произошло? Да вот кто-то прохладно мне стало ночью. Вот я и развел огонь под кузней. Потрескивало так приятно. Заодно и колбаску пожарил. Ну как ты думаешь, что случилось, баран? Спалили мне халупу, мастерскую. Все я потерял. Все. Мне очень жаль. Ты кого-нибудь подозреваешь? Да всю деревню. Я живу здесь полвека, думал, они меня своим считают. Но все поменялось, когда пришли черные. Я единственный кузнец в округе, так что приходится и на гарнизон работать. Клепаю пугнутые панцири, подковы ставлю, все такое. Нильфгаардцы не платят ни гроша, дают только материалы и приказывают. А люди-то не верят, они думают, что я богатею на их несчастьях. Сплю на куче золота, вроде как дракон. Перестали со мной разговаривать, плюются при виде меня. А теперь вот это. Я могу найти этого поджигателя, если ты готов заплатить. Немного у меня осталось, но я дам тебе все, лишь бы ты привел этого сукина сына. В ночь пожара я слышал, как что-то шевелится за хатой. Я там потом поглядел, но никаких следов не нашел. Но у меня же нет кошачьих глаз. Ладно. Удачи!
Ловушка от огнива. Поджигатель, похоже, зажег здесь факел, бросил его на крышу, а потом пошел в сторону сада. Следы сапог. Мужские, большого размера. Смердит человеческой мочой и водкой. Он снял башмаки и вошел в воду. Видно, хотел запутать следы. Эр Иглар. Что-то выскочило на него из камышей. Утопцы, но он сумел убежать. Следы ведут обратно в деревню. Приветствую! Береги себя! Не вошла кровь. Но не сильно, рана была неглубокая. След обрывается, но я смогу узнать его по ране. Мне мама не позволяет с чужими разговаривать.
это у тебя с рожей? Суди когтей утопца. Это должно быть он. Поганая рана. Нарвался на утопца? А тебя ебет? Ого. Он не только поджигатель, но и мастер остроумного ответа. Ну пойдем, кузнец с тобой поговорить хочет. Я с нелюдьми не разговариваю, потому как они ублюдки все. А краснолюды из них наихудшие. Жадные, как сороки. За золото все сделают. Мечи курют, которыми нам нельфы потом горло режут. Верно я говорю? Послушай, договоримся как человек с человеком. Ты меня не выдавай, а я тебе заплачу. Матушка у меня представилась недавно. Продал я ее инструменты. Кое-что уже потратил, но что осталось, будет твое. Ну давай договоримся, если ты поклянешься, что перестанешь играть с огнем. Иначе я вернусь, и твои забавы кончатся слезами. Само собой, мастер-ведьмак. Матушка клянусь. Ваше золото и ваше здоровье на погибель нильфам и нелюдям. Что это у тебя с рожей? Не сумел я выследить твоего поджигателя. Прости. Досадно. Ну, может, черные его поймают. Может, хочешь что-нибудь купить? Я ж кое-какие инструменты все-таки вынес из огня. Наковальня тоже цела, мог бы тебе на ней что-нибудь выковать. Мне ж теперь каждый грош пригодится. Приветствую старого клиента. Чего тебе нужно на этот раз? Покажи, что у тебя есть на продажу. Бывай. Считай, вон. Сидел дьявол на трубе, самогон гнал к себе. Но.
Это место силы. Место силы.
сдохни! Ишки полезно! Безопасно.
Говорят, женщины севера моются раз в три месяца. Как Кузнецов сынок пропал, мужики начали ведьмака пытать. Тот аккуратно. Хорошо. Вестира, пропустишь со мной кружечку? Я теперь Дерван. Дерван. Это место силы.